Irish Week в главном книжном. Вот уже второй год подряд торговый дом «Библиоглобус» принимает активное участие в фестивале ирландской культуры. С приветственным словом вечер открыл представитель посольства Ирландии в Москве. Он поблагодарил наших гостей и торговый дом «Библиоглобус» за поддержку фестиваля и активное участие в поддержании ирландских традиций. В рамках праздничного вечера прошла презентация книги «Удивительные истории на ирландском языке». Эта книга – учебное пособие, задуманное Вадимом Грушевским и составленное им и Юрием Андрейчуком. Оно содержит ирландские легенды, сказки и удивительные истории, а также полезные материалы, которые помогут научиться читать и понимать ирландский текст. Составитель книги, лингвист-переводчик и популяризатор ирландской культуры Юрий Андрейчук, а также путешественник и исследователь ирландских традиций Виталий Ковальчук рассказали о преподавании ирландского языка в России и ответили на самые разные вопросы об ирландском языке. Какой ирландский праздник без танцев и плясок? Специально для наших зрителей выступили танцевальные коллективы.